На презентации поделок разбегаются глаза от красоты, многообразия, таланта и мастерства исполнения. Дошколята и ученики школ использовали для своих творений различные материалы. Это ткань, картон, бумага, нити, вата. Из экзотических – перья, блестки, макароны, монтажная пена и даже пластиковые стаканчики. Я скрепил между собой стаканчики при помощи степлера, потом родители, и у меня получилось 2 шара. После этого мне родители их скрепили, мы сделали нос и пуговицы из картона, глазки из ткани и шапочку новогоднюю надели на него и повязали на шею мишуру. Женя Лоскутникова свою игрушку связала. Девочка давно увлекается этим прикладным искусством, которому ее обучила бабушка. Женин снеговик получился очень аккуратным и нарядным. Я его вязала крючком. Ему сделала глазки из бусинок. Связала морковку, ну и вышел ротик. Связала ему шапку и, ну, и шарф. Как и задумывали организаторы выставки, с помощью новогодних поделок удалось создать праздничную атмосферу и сподвигнуть детей и их наставников на творчество. Из 150 лошадок, символа наступающего года, снеговиков, Дедов Морозов, заснеженных домиков, елок, саней, ангелов, жюри отобрало по 15 самых-самых в 2 номинациях. Дошколята соревнуются между собой, у школьников своя возрастная группа. Все новогодние каникулы можно будет проголосовать за понравившуюся игрушку, чтобы она стала победительницей. Заходите на сайт Курган Сити, смотрите фотографии и выбирайте. В канун старого Нового года узнаем имена победителей. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру.